Создавая новый инструмент, то есть вот делаем, ну это как бы вступление, files, new instrument. Чтобы, например, создать свой собственный инструмент из каких-то аудиофайлов, значит, нажимаем на tool, идем на mapping editor. Вот, допустим, скажем, снова такие роботные звуки. Вот такие, да. Смешные. Вот, то есть просто, как бы, либо, ну, тут можно сложно, конечно, идти, открывать там все, но они рекомендуют просто кликаем, держим и делаем drag. Значит, когда мы делаем drag, допустим, мы куда-то направляем, и когда мы ниже опускаем, он суживает зону. То есть на одну, например, клавишу, если мы хотим этот звук. Поднимаем вверх, он расширяет эту зону. Вот, то есть можно вообще на всю клавиатуру сделать. Вот. Ну, допустим, надо октаву, скажем, одну. Вот, все. То есть он положил этот сэмпл на, скажем, вот эту до. И остальные он как бы автоматически, он, я имею в виду, контакт, автоматически странспонировал в хроматическом порядке, допустим, на вот эту октаву. То есть теперь вот. То есть каждый раз идет с повышением. Можно сделать больше, можно взять и раздвинуть вот так уже, на сколько надо больше. Вот, ну... Вот, допустим, одну октаву только надо. Дальше. Можно это передвигать, скажем, в клавиатуре, если, допустим, я решил, что этот сэмпл мне нужен вот в этой клавиатуре, а не в этой или в этой. То есть, в принципе, с любого по любой звук можно сделать. Но вот к чему я, так сказать, с чем я столкнулся, что, допустим, мне надо, скажем, в этой октаве оставить, чтобы именно в этом месте я играл на клавиши этими звуками, но сам сэмпл, скажем, вот, мне нужно странспонировать, скажем, чтобы он был как будто здесь, но он остался в этой октаве, то есть странспонировать на октаву или, не знаю, как угодно. Вот. Что я вычислил, что нужно сделать? Есть такое понятие, как root. То есть root – это самый основной тот сэмпл, который был изначальный сэмпл. Вот, то есть он поместился на си первой октавы, до первой октавы, вот здесь. Вот, все остальное, то есть меняя вот этот root, либо здесь, либо просто двигая, ну, кликая, двигая, можно транспонировать в зависимости от этого все остальные звуки. Например, скажем, вот этот сэмпл, он здесь. Теперь, меняя root сюда, root перемещается. То есть теперь на вот этой клавише, на фа, этот будет сэмпл основной. Все остальные, значит, транспонировались сюда вниз. То есть они уже, а все остальные остались как бы сверху вот до сюда. То есть, как бы меняя root, ее можно в любом месте. В любом месте сделать, остальное будет транспонироваться соответственно либо вниз, либо вверх на основе той зоны клавиш, которые были выбраны. Вот. Но смешное то, что я могу перенести root в любое место, вне зоны, и он, соответственно, оставит эти... То есть он, соответственно, транспонирует все эти сэмплы, но root сам играться здесь не будет, потому что здесь нет самого сэмпла на этом месте. Вот. Но зато вот эти вот... Они, значит, конкретно транспонируются. Либо наоборот, я могу перенести root сюда вниз, вот, и тогда сэмплы
здесь, которые выбраны именно в этой зоне, они транспонируются соответственно этому. Ну,